В очередной раз Бишкек возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира. Смог остается большой проблемой в Кыргызстане. Грязный воздух несет тяжелые последствия, в их числе болезни сердца, инсульт, рак легких и преждевременная смерть. По данным экспертов, больше сотни человек умерли из-за причин, связанных с грязным воздухом. Эксперт Аджар Байсалова рассказала, какие последствия могут возникать из-за смога. Очень сильное воздействие на здоровье людей, и это самое главное. Есть очень много исследований, даже не по Кыргызстану, а по миру, от Всемирной организации здравоохранения, о том, как загрязнение воздуха влияет на экономическую составляющую и на социальный сектор. Потому что людям приходится очень много тратить на лечение, очень много болезней, к которым приводит загрязнение воздуха. И очень сильное воздействие на детей и на людей более пожилого возраста. Это респираторные заболевания, это заболевания сердца, даже на мозг ребенка очень сильно влияет тот воздух, да, которым он дышит. И поэтому, если мы улучшим ситуацию с качеством воздуха, это еще и экономически даст очень большой эффект.